Праздничная дата 4 ноября посвящена событиям 1612 года, когда народное ополчение под руководством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина освободило столицу российского государства от польских интервентов. Праздник отмечается всеми жителями страны, вне зависимости от возраста, социального положения и национальной принадлежности. Я думаю, что этот праздник очень хороший, добрый, светлый и всегда привлекает всех зрителей к нам сюда. Мы уже вот здесь, в зале, мы уже празднуем третий год. До этого он проходил в Дворце культуры имени Воровского, сейчас здесь, в Малом зале. Я думаю, что все пройдет очень хорошо, потому что артисты настроены на хороший лад, на праздничный концерт настроены. Ну а зрители, естественно, своими аплодисментами будут поддерживать вот это доброе, хорошее настроение. Каждый раз, когда 4 ноября я здесь бываю в культурно-досуговом центре «Сатурн», я выхожу с необыкновенным подъемом после этого концерта, подъемом патриотизма, великой гордостью за Россию, за то, что мы живем в этой великой, в этой могущественной стране. Интерес к празднику растет с каждым годом. В зале с атмосферой доброты и единства свободных мест не было. Среди выступающих – начинающие артисты и люди весьма почтенного возраста. В этом празднике участвую второй раз, и этот праздник, он дает больше знать о том, что происходило в этот день много лет назад, и я получаю от этого праздника много полезных эмоций. Много раз уже выступаю, каждый год почти, что тоже получаю много положительных эмоций, и мне тоже интересно знать историю нашей страны. Россиночка, Россия, похожие слова. Россиночка, Россия, высокая трава. Россиночка, Россия, широкие края. Россиночка, Россия, родная ты моя. Россиночка, Россия, родная ты моя. Диана Никифорова, Сергей Григорьев и Ирина Зинченко. Для программы «Городские вести».